Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите новую серию читер-патруля. Да-да-да, я знаю, вы ее ждали. Прямо сегодня мы, как обычно, тупо всем читерам пропишем слогтё! И да, если ты кушал мандарины или оливье, или вкусный тортик на Новый год, то поставь лайк, проверим сколько нас. Ну и конечно же, подпишись на мой канал. Хочешь, дорогой нунтарь, с топами арканами? Заходи на mystandoff.ru и открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальные выплаты и множество кейсов. Промокод Кент умножает сумму пополнения на 25%. mystandoff.ru. Заходи и выигрывай, это мой выбор. Ну а теперь рубрика «Комментарии от подписчиков». Я, ребята, читаю ваши смешные комментарии. Ну вот, например, мне пишет Веля. Тебе пиписка. Знаете, вот раньше говорили, тебе жопа, тебе задница, тебе хана, тебе кранты. Ну а теперь, 21 век, тебе пиписка. Поэтому, пацаны, хэштег пиписка. Веля фейк. Когда ты выигрываешь тик-так на стриме, и он тебя называет читером. Чего? Какие? Нафиг? Читы? 7.47. Когда узнал, что учительница по математике поженилась с физруком. Это полная жопа. Я такого никогда в жизни не видел. Это... Блин, ребят, вы такие тролли. Вот я вас за это люблю. Кент, я думал, ты вебку сломал. Ребята, не переживайте. С вебкой все в порядке. Моя вебка и не такое переживала. Короче, ребята, я не удержался. Хочу вам показать часть видео про одного китка, с которой я так ржал. Это был такой угар, вы даже не представляете. Хочу, чтобы вы тоже посмеялись, поугарали вместе со мной. Ютубер по имени Смузи, который раздавал фейковые промокоды. Он даже, короче, раздавал промокод на бесконечной активации. Промокод на бесконечной активации. Надо быть дебилом, чтобы это поверить. Но, тем не менее, у него было 800 человек онлайна. Давайте я сведу в курс дела, что это такое. Этот чувак раздавал якобы фейковые промокоды. Конечно, он ничего не раздавал, он просто всех обманывал на деньги. Говорил так: вы у меня покупаете скин, я вам даю деньги на киви и плюс даю голд пасс. Но это развод на такого лоха, что просто, ну это просто что-то нереальное. Но тем не менее, ему задонатили на 7500 голды. Ребята, но сейчас будет карма, мгновенная карма. Просто смотрите на это такой трэш. Так. Такс. Ага, Аллен. И, ребята, смотрите, такой очень важный нюанс. После каждой покупки он менял аватарку. То есть, у него купили что-то, он поменял аватарку, дабы у него не было фейков. Все, братишка. Смотрите. Ты у нас получаешь 200 рублей. Да ничего не получает, он хрен полбу получает, единственное что. На киви? То есть, смотри, даже 200, потому что ты... Сейчас будет самый трэш, внимательно смотрите. Я, конечно, замажу, но я скажу то, что там будет. Очень быстро купил, вот кто будет быстро... И на данный момент, ребята, я вижу писюн. Я не знаю, это его писюн или чей это, но, блин, я вижу писюн. Так, смотрите, 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 смотрите. Он понял, что он спалил писюн, и он пытается скрыть стрим. Ребят, смотрите на это. Пытается закончить стрим. Так, а ну-ка. Смотрите на сообщение в чате. Он не может понять, как выключить стрим. Я так ору. Ой, блин. Смотри, весь чат пишет, ахаха, там был член, ахаха, это бан, Смузи, это бан. Я начинаю тоже ржать, пишу, ахаха. Посмотрите, какие у него смешные бои, там Геннадий Горин танцует, посмотрите. Он думает, как же выключить отконченный стрим, как же вырубить стрим. Не может понять, что делать, посмотрите. Уже 30 секунд пытается выключить. Так, смотрите. Как вы думаете, что будет дальше? Ну, а дальше он до сих пор не может понять, как выключить стрим. Я пишу, это была картинка с 1000 промокодами. Я, короче, начинаю уже по-черному его стебать. Типа пишу, что это был писюн на 1000 промокодов. А теперь смотрите, как он в итоге выключит стрим. Просто, ребят, внимательно смотрите. Как он в итоге выключит стрим. Ща. Да, это картинка с 1000 промокодов, понимаю. Сейчас, смотрите. Смотрите, в итоге он просто сделал вот так. Вот так, вот так. Ну, блин, что ж. Вот так. И выключил стрим, мать его, заново! Как можно быть таким?
напишите сами в комментариях, кем. Ну и традицией наших выпусков есть вырубание читера какой-либо частью тела. В этом случае меня, ребята, попросили все это сделать с головы. Ну и традиционно наш читер-патруль мы, ребята, начнем с одного прыгуна по имени Максим. Посмотрите на этого парня, какие он делает большие прыжки. И вот пусть мне только кто-то попробует сказать, что это распрыжка. Это распрыжка? Это распрыжка, да, ребята, это самый настоящий читер с большими прыжками. И, конечно же, наш Максимка получит первый бан в этом году. ID 492-77069. Максим, чао, пока. 3, 2, 1, внимание, сейчас вы, ребята, увидите любителя прострелов. Мой подписчик закупается, игра только начинается, и сейчас, скорее всего, его убьют. Да-да-да, вот он же летит пулей, стреляет наш любитель прострелов. 5, 1, 0, 1, 4, 6, 6, 6. И пусть только мне кто-то попробует сказать, что это был прострел, сразу забаню на канале, потому что это 100% настоящий читер, и он получит бан. Ну а прямо сейчас мы, ребята, забаним так называемого беспалевного читера. Посмотрите на этого парня. Он пытается не палиться, опа, сделал прыжок. Бежит, бежит, бежит. Опять прыжок. Ну вот как можно быть такой свиньей? Мерс. 590-486-01. Да, кстати, новый аккаунт, но ничего. Пусть новый создает, потому что мы его опять забаним. Ну вот прямо сейчас мне, ребята, нужна ваша помощь. Пожалуйста, напишите в комментариях, это читер или что это такое. Посмотрите, обратите внимание на его керамбит. Я такого керамбита никогда в жизни не видел. Походу, это скинченджер, да? Ну типа, я прав или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто хрен его знает, это читер или кто это. Посмотрите, что это такое? Такого керамбита 100% нет в игре. Обалдеть, не устать просто. Я в шоке. Ну, парень потеряет свой керамбит и все свои скины. Что? Что? А как? Как? Охренеть, не встать! Он стрелял с АВП? Как с обычного ружья? Не-не-не, ну тут точно бан. Походу, точно читер. Если я вначале еще сомневался, то тут, ребята, уже 100% читер. Эх, ребята, как же обидно. Вроде бы вышло обновление, но читеров все больше и больше. Ну вот как это можно назвать? Ну вот как? Ну разработчики, ну пожалуйста, придумайте уже что-то против этих говнюков. Вот этот парень под ником прокачка SID 603-93686. Ну, ребят, это читер. Сейчас вы поймете почему. Если вам кажется, что он не читер, сейчас вы все поймете. Вот посмотрите, что это такое. Он даже не ходит, он тупо телепортируется. Это какой-то, не знаю, супер спидхак. А ну-ка. Ну вот. Фу, фу таким быть, я не знаю. Вот таких, как он, надо банить по устройству. Вот вышло новогоднее обновление, чувак портит всем реально настроение и мешает всем нормально играть. Кто-то еще до сих пор сомневается, что он читер. Вот смотрите, как он быстро телепортируется. У него еще и спидхак, и АИМ. Вот говнюк. Ну а сейчас мы, ребята, забаним читера, у которого очень много скинов. И даже есть флипнайф, то есть он задонатил 3000 рублей. Блин, как же это приятно, ребята, давайте, давайте, давайте. Вот мой подписчик, бежит, никого не трогает. И сейчас мы, ребята, увидим этого говнюка. Вот он, петушок. 4, 2, 5, 6, 5, 6, 8, 3. Вот, вы видите, у него есть медаль, есть скины. Если видео примета дальше, то у него видно его флипнайф. Ну, короче, почтенные, это просто победа. Забаним этого говнюка, чтобы больше никогда не играл с читами. Отправим его на банановые острова. Привет, Андрей! Сейчас вы, ребята, увидите одного говнюка, который получит бан, и у него ник onetap.su. ID 483-46707. Пока! И опять вопрос к моей аудитории. Вот мне скинули этого чувака и пишут, он читер. Но я смотрю, ну, может быть, это просто проигрок. Вот как вы думаете, это проигрок или это читер? Давайте перемотаем вам на самое начало. Вот смотрите, вот сделал первый килл. Посмотрите на его игру. Вот как вы считаете, это читер или это проигрок? Я просто без вариантов, без понятия. Но, как по мне, я тут лично читов не вижу. По крайней мере, 100% точно. Вот смотрите, так. Промахнулся. Разве бы читер промахнулся бы? О, я вот теперь убил. Вот как вы думаете, это читер или это все-таки обычный нормальный игрок? Напишите в комментариях. Да-да-да, это тот самый читер-нуб, который попадает в каждое мое видео по читер-патрулю. Ребятки, давайте взглянем на это и просто полюбуемся. Смотрите.
Посмотрите, уже, ну я не знаю, уже выстрелов штук 5, 6, штук 10 пролетело. 15 выстрелов, мать его, за ногу, 15 выстрелов. Или целую бойму всадил и никого даже не убил. Не даже не убил, по никому не попал даже. Я не знаю, как можно быть насколько читером-нубом. Так, но нам надо как-то увидеть его ID. Очень желательно, чтобы он убил моего подписчика и я увидел его ID. Давайте, ребятки, проверим. Так, а ну-ка. Да-да-да, стреляй. Ну давай, пожалуйста, убей, читер-нуб, убей ты хоть кого-то, умоляю тебя, убей! Наконец-то он кого-то убил. И, конечно же, ребята, вот его ID. 349-475-63. Ну что же, мои уважаемые подписчики, большое спасибо, что вы смотрели это видео. Если у вас есть читеры, отправляйте мне их в ВК, я тупо их хух-хух, ну вы поняли, как обычно, с моей коронной двоечки, и все. И, конечно же, самое главное, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, я вас очень прошу, вам не сложно, мне приятно. Все, ребята, всех люблю, всем удачи, всех с наступившими праздниками. С вами был Кент ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.